период наводнения много автомобилей оказалось затопленными и на стоянках, и в гаражах. Скажите, предполагается какая-то компенсация в таких случаях? Ведь мы все страхуем машины. Ну, во-первых, любое стихийное бедствие, будь то ураган, тайфун или наводнение, является таким же страховым риском, как и пожар, дорожно-транспортное происшествие, и, конечно, может быть застраховано. Поэтому компания «Росгострах», если предусмотрено договором страхования, обязательно, несомненно, исполнит все обязательства перед, по устранению ущерба перед клиентами, у которых имущество было застраховано. На сегодняшний день в компанию «Росгострах» поступило 12 заявлений от жителей города Уссурийска и сел Екатериновка, Астраханка, Михайловка, Сергеевка, чье имущество было застраховано и пострадало от наводнения от тайфуна Гони. Из этих заявлений два заявления от граждан, чьи автомобили были застрахованы по программе КАСКО. И, соответственно, как имущество эти автомобили были застрахованы, мы, естественно, также покроем ущерб. Что касается полисов ОСАГО, если граждане обращаются с такими заявлениями, если автомобили пострадали вследствие наводнения, то, к сожалению, по таким полисам компенсация по ущербу именно нанесенного имущества не может быть произведена, поскольку ОСАГО – это все-таки страхование ответственности владельцев транспортных средств перед третьими лицами, а не его имущество.